Киеве задержали мужчину, который сбил жену и взял в заложники своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Мужчина закрылся в квартире с четырьмя детьми и угрожал оружием. После уговоров полицейских выпустил только 13-летнюю дочь. Правоохранителям пришлось штурмовать помещение. Сейчас дети в безопасности, их жизни ничего не угрожает. А вот преступнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы. Этот ужас начался ночью, когда он начал вас всех будить своими криками, матами на мою маму. Тогда она убежала, вызвала полицию, и он начал там буйствовать. Виник конфлікт між чоловіком та дружиною, в результаті якого він її побив, викинув з квартири, і в квартирі насильно утримує їхніх спільних чотирьох дітей. Після того, як була 100% впевнена, що під час штурму не постраждають діти, поліцейські відволікли цього чоловіка, діючи рішуче, впевнено, професійно затримали цього злочинця.